События в Сирии вокруг нее интересуют большинство жителей нашей страны. Это следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. 68% респондентов ответили, что регулярно или время от времени следят за новостями из Арабской республики. 64% полагают, что России надо участвовать в борьбе с террористами в Сирии, чтобы остановить их на дальних подступах, а не у себя дома. И примерно столько же, согласно опубликованным данным, одобряют решение Владимира Путина направить на Ближний Восток российскую авиагруппировку. Что касается виновников сирийского кризиса. Больше половины опрошенных возлагает ответственность на Соединенные Штаты и их союзников. Мы предложили 5 вариантов ответа, кто виноват. Значит, ну, вариант, что виновата Россия, вот он не очень популярный, мягко говоря, меньше 1% его выбрало. Вот. Зато вариант, что виноваты США и их союзники, оказался самым популярным. 56% опрошенных полагают, что именно Соединенные Штаты виновны в том, что в Сирии идет затяжная кровопролитная война.